На сегодняшней сессии создано 12 постоянных комиссий депутатских. Как вы знаете, депутаты работают сессионно и комиссионно. И обязательное нахождение депутатов в депутатской комиссии. На сегодняшний день увеличилось количество комиссий на одну. Мы разделили полномочия между несколькими комиссиями. Две слили — коммунальной собственности и экономики. И две разделили — комиссию по образованию и спорту и комиссию по культуре, туризму и международным отношениям. И создали еще одну комиссию. Это комиссию по экологии, чрезвычайным ситуациям, связи и информационным технологиям как единую комиссию. Значит, на сегодняшний день есть председатели во всех комиссиях, во всех 12 комиссиях, с соблюдением пропорциональности в зависимости от того, какое количество депутатов было избрано от той или иной фракции. Соответственно, 4-3-2-2. Да, это председатели комиссии в зависимости от фракции. Что касается членов комиссии, тут есть определенная сложность. Дело в том, что председатели комиссии избираются и голосуются сессионно. Члены комиссии внутри себя комиссии избирают секретарей и замов. Этот вопрос будет решаться на заседании комиссии. То же самое, очевидно, уже на следующей сессии городского совета будет решаться вопрос с теми вакантными местами, которые остались в комиссиях. Почему они вакантные? Потому что на сегодняшний день подача заявлений происходит от фракций. У нас есть ситуация, когда до сих пор непонятно, что с фракцией оппозиционного блока, кто председатель, сопредседатель. Она, по сути дела, не провозглашена, не создана. Мы подождем, когда сорганизуются коллеги. Я думаю, на следующую сессию они подадут полный список своих представителей во все комиссии. То же самое, до сих пор в секретариат не пришло заявление от партии Шария. Соответственно, мы тоже не можем распределить без их заявления их во все остальные комиссии. Мне кажется, это больше организационный момент, потому что по ключевым вопросам, по руководству комиссии, по количеству комиссий мы договорились. И на следующей сессии будет докомплектована комиссия в полном составе. А то, что уже известно сейчас, уже да. Известен какой-то состав, вы можете назвать несколько комиссий? Конечно. Которые... начнем там земельный, страшный, Потапский — бюджетная комиссия, Обухов — транспортная комиссия, Иваницкий — комиссия по ЖКХ, Этнорович — комиссия по образованию, Филимонов — комиссия по культуре. Я сокращенное название, да, говорю. Гиганов — по новосозданной, по чрезвычайным ситуациям и экологии, по социалке Леонидова, здравоохранение — Саутенков.